Блин, душно. Зачем вы на это, про это напомнили? То, что жарко. У всех массово открыто окно. Сидел, не замечал. Вот и началось это время. Это суровый мужик. Летом им жарко. Оно и так открыто. Зимой я иногда батарею отключал. Ну, кстати, зимой тоже жарко. Ха! Тизак, какого чёрта? Сибири охерена. Успел всё-таки поменять. Тизак, возьми старого. У нас Влада будет бородатым дядькой. Это ненормально, по-моему. Оп. Вот тут этот прям на меня похож, Иван. Да это же Иван. Я ж не могу. Как изменить персонажа? Я не могу поменять персонажа. Потому что все зелененькие. И чё? У меня все серые тоже. Ладно, короче, Лис будет старым бородатым. Хрычу. С Библией. А надо, знаешь, оружие такое, Библия, чтобы он по башке бил, так и отрубал. Или крестом, да, так по башке. Хлоп. А, кстати, у нас недавно этот же самосожжение сделал. Иисус? Да. Каждый из... Ну, из РПЦ, короче. Поп какой-то? Угу. Зачем? В честь чего? Какого поп? Холодно было? Потому что он коронавирусом заболел. А, и он себе решил радикально, он, конечно, борется, да, радикально так. Чихнул один раз, кажется, это коронавирус. Бензином облился чехлом. Нельзя рисковать. Еще свой химик. Вот, короче, новость это нашел. Заболевший коронавирусом послушник Троицы Сергеева Лавры совершил самосожжение управо на территории больницы. Прикольно. Ну бывает что. Это фейк, скорее всего. Завтра посмотрим, будет ли такое. А это где? Это в Башкирии? Если в Башкирии, то это не фейк. Не, в Башкирии, да, в прошлом году человек шокся. На рынке. После рынка. На рынке? После рынка. Это происки сатаны, все. Хорошо, с работы уволили. Потому что сжег себя, с работы уволили. То, что он работал. Они лишили нас работы. Это слишком пошляцкая шутка. Каменск, это же у нас вроде, нет? Кто? Город. Ну чё? Каменск? О, чувствуется аура российская. Да, блин, решили сейчас от моего города просто, блин, как в Сибири у себя. Блин, на этой карте кто убил? Это был мой. Мне нет. Мне тепло. Мне хорошо. Приятная карта. Зимой играют Far Cry 3. У тебя компьютер, ты говоришь, что 30 градусов разогревает. Термометр. Полиция, даже здесь она. Я не понял, как можно сидеть, это ж потеть постоянно надо, чтобы сидеть. Мертвые не потеют. У меня только ладошки потеют. Иди давай на эту самую, проверь елочку. Меня убили. На кого там опять надо? Да не ври. Меня убили. Класс. Все равно не пойти. Просто, блин. Я тут пока надо быть хорошим. Перед смертью. Да. Как он там? Там Медведев. Блин. Опа, а, блядь, гопник. Гопник. Сейчас очередь дам. Эти гопники, что в Нью-Йорке, что в Москве. Что? В Нью-Йорке, в Москве. Ну, гопники одни. А, ну да. А то гопники из Москвы приехали в Нью-Йорк. А, подождите, пожалуйста, ракеты собираю. Давайте тут пока зачистим. Успокойте кто-нибудь святого отца. Бой. Не останавливай его. Что-то он разошелся. Да куда он бежит? Я крестом там машет. Библии. Написал видео.
поведет, да? Главное аптечки накопить побольше, чтобы побольше повоевать. Мне почему-то напоминает отца Григория там. Еще один. Да блин. Че они с одного удара отъезжают? Это не тяжелый уровень сложности? Бля. Бабский. Большинство приголосовало. Уровень сложности. Да никто не голосовал. Вот именно, кроме меня никто не голосовал. Я за 5 проголосовал. Блять, сука, суперхоп этот. Так страшно с этим, блядь, ближним боем стрелять. Вот-вот. Просто стреляешь толпу и туда телепортируешься. Смерть. Стреляешь в толпу зомби и туда телепортируется поп. Аптечку надо? Поп. Да подбирай аптечку свою дурацкую, у меня там уже есть. Да у него есть, да. Так и я медик, у меня тоже. Где аптечка? Все уже поздно. Ну ты. Все, я уже на себя потратил, да, две взял. Так, возьму пепешку. Без глушителя, так что теперь стрелять будете вы. И тяжелое оружие все. А вот нашел. Понимаю. О, мы же в храме. Ну ударили меня, говоришь, ты что не прикрываешь? Смотри, я потратился. Смотри на мое здоровье. Кто там на кнопку нажал на это? А? Сирена заорала. Зачем? Я поставил его. А тут еще дробаш. А откуда они забегут? Снизу сейчас. Хороша жизнь. Все, кончились патроны. Альянс подождет, я за патронами. Кто дробаш спер? Блин. Я взял. Спер. Взаимодействие. Да, конечно. Двигать все равно. Где пульки? Пульки надо. Have a look at this. А, вижу. Ладно, идите, вас догоню. Соня, убегай одна. Да я не убегаю. А если крипер нападет? Сейчас опять его, да, это... крипер будет на ней там я скакать. Я тут все освещаю. Они прям фонариком. Я тут чекнул, а тут крипер, он меня бьет, да? Мудак. Понимаю. Почему тут, блин, кувшин в стене застрял? О! Обращай внимание. Нет, еще патроны. Прям как в России. Где? Что за стене? Кувшин в стене, с этого места. Мудак орёт. Ого, мудак. Ой-ой. Взрывака. Понимаю! Я умер. И шприц. Блин, патронов мало. А вы чё? Кто там умирает? Я виноват. Да. Святой отец, поднимите. Ну нахер, блядь, говори святой отец. Давай, поднимай. Святой отец сзади. Ты типа предупреждаешь кого-то, что святой отец сзади? Да, тебе пока ящики обыщу. Блядь, сколько же вас тут? Да они бесконечно будут идти. Жмите кнопочки! А где она? Так надо идти за ней! Это через толпу надо пройти. Там еще, блядь, крикун где-то. Блядь, 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 прикройте, пожалуйста! А, меня бьют, меня бьют! Вытаскивай меня! Пизда мне! Долбанный медик! Мне пизда реально! Мне реально пизда! Все, я упал. Ооо, нет, нет, нет! Тащи, я не добрый отец! Я чё, одна? Да.
чё такое так удивление, я одна? В смысле? Патрончик там. А чего все полегли? Я тоже потом воздух. А меня второй медик. Батюшку одного оставили. Я убил его. Блин, я почти захилился, и там сзади зомби подбежали. А чё ещё было? Шприцы ежать. Надо качаться. Блин, а кто медик был? Он. Он тоже был медик. Но когда мы проигрываем, я все время в истребителях. Да, блин. А вот когда мы по обычному играем, я боюсь стрелять вообще из оружия. А, все, я максимум прикачал, что. А, я почему не максимум? Да, ты на максимум. Ставь на 5 звезд. Так вот ты че шутишь, что ли? В этот раз мы будем аккуратно играть. Где эти долбаные выключатели? Они ж не будут подсвечиваться. Куда идти? А это... Может, не господи? Да как хочешь. Он уже один у нас едет, бегает предатель первого уровня. Предатель? Да. На Москве играть на первом уровне, это прям вообще жесть. Ну, блин, слушай, мы предатель? Этот... Мы штаты не прошли четвертый уровень метро. Какое-нибудь еще предложение есть? Да тут вообще один я только предложение какие-то. Я предлагаю, но мы уже не. Да, я бы тоже рубанул. Но я думаю, что мы опять не сможем подключиться к серверу, да, Артём? Так в смысле, в тот раз же мы подключились и просто... А в чем проблема у вас, Грунки? А? В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? Они не могут создать. Я не могу подключить. Здесь этого нет. Все, нахер удаляю. Просто на какой-то рандомный сервер подключается, где хер там не что. Вот он не жалуется, что нет. Какой-нибудь сервер, зайти туда и все. Потом такой типа, блин, Мак хочет свой создать с блэкджеком. Да, да, надо на своем. Ну, свой надо создать через программу. Зачем свой? Ну, чтобы играть чисто вчетвером. Это пустой сервера, это хера их. Ну есть хорошие сервера, где мало людей вообще, или вообще нет людей. Я вообще херёк, когда увидел сервер. Ну вот и будете сами выбирать, я буду просто к вам подключаться. Поэтому я... Тем более можно найти за сервер, чтобы голосовать на смену карты. Лишь бы не мои. Да. Ну потому что я не шарю. Вот именно. Лишь бы ничего не делать. Все, пойду вперед. Сзади есть что? Ты куда поможешь? Так, матрешку мою снимай, ты ее не заслужил. Домой хочу. А, ты че? Интермозг. Куда? Куда? Сзади. Да, сзади. С пистолетом крипер в упор. 4. А, блин, точно, я же вас вижу. 4. И там отлежать можно. Ну, хочется по Франции, да, уже побегать по этой, по новой карте? Хочется есть. Ну, блин, святой отец, какого черта пробежать? Что? Я ничего не брала. Там взрывчатка была. У меня все есть. Нету у тебя ничего. Да кто его знает, что у меня ничего нету. Не смотрел еще направо, так там ничего нету. А ёб твою налево. Пизданули. Раз. Я голодный, у меня наблюдатель ступал. Сталкер. Сталкер. Не мог поесть за это. Я тебе написал, типа, я пошел. Куда ты пошел? Ну, ты не сказал, я куда и на сколько. Иду, буду напирать. Я не знал, что ты... Откуда ты тут? Ух ты, еще одна матрешка. Видали? Тут две матрешки. Что может быть лучше матрешки? Только две матрешки. Я аптечки собираю. Я не могу ее прикрывать. Тебя надо прикрывать.
Я сам себя прикрою. Молодец. Я хочу есть. Ну поешь. Кровь, кишки, все стороны. Я есть хочу. Прям как я. Проголодался ты, болсел. Как в Mass Effect, когда берешь с собой Крогана в напарнике, и там бойня такая начинается, и он такой: а, мне одного пожрать хочется. А потом уже ты берешь с собой постоянно Азари 100% и Соларианца дрища. Нет. Джек. Ну, Лиаре. Опа-на. Опять этот гопник. Что-то я не попадаю ни в кого. Точно. У меня есть. О, спасибо. Сволочь, а? Что? Отжал. Я пульки надо. И вылечил себя. О, пулемет. О, ящик. О, бензопила. О, снайперка. О, ППшка. О, зомби. Уже не надо. О, блин, кто там опять сирену? Кто? Покажи мне пальцем на этого. Классная голова с этим рутом. Ай, блядь! Как же они поразлетались. Чё, вы справитесь с той стороны? О, уже сзади. Жать кнопку. Да, конечно. Конечно. Не хочу. Видишь кнопку, жми. Блять, бэк-рис сзади. Пульки кончились. Ай, какого... Вы сейчас все умрете. Да заткните орала. А, он за стеной. Артём, заткни его. Он за стеной. А, он за стеной. Патроны быстро. Куда идти-то, где дырка? Другую дырку. А вот сюда. Здесь. Я... Он бежит уже. Вот это прожму зря. Проход. Патроны надо. Ты подрывно зря. Спасибо. Кто это делает? Ну кто это еще может быть? Оксана, ты ли это? Сейчас взорву. Как тебя? Ха! Помогайте. Не меня стрелять не надо. Что за херня происходит? Лох. Па. Че здесь? Вы идете, чтобы как бы помощь не помешала бы. А то жди ты помощь. Мы бежим. Здесь. Вот, нифига не. Я пойду крикнул. Я хуже, бред. Давно пора. Я пока похиляюсь. Не, ни хрена не похиляюсь. Вот туда бегать. Блять, я быстрее. Сейчас. Бегу. А вот. А, вот он, да. Кто тут толпу снесите? Фак, чё ты? Держим позицию. Патроны. Ой, как спартанцы. Да что происходит опять? Да какой ебашит? У меня просто бы FPS. Чё ты проседать начал?
Что ты там шмаляешь? Сам, вот он в меня стреляет-то, ёлый павер. Тизак. Кого? Да он сам себя убил. Пиздат. Ой, блин, я соединил. Молодцы, ребята. Убивай его. Я пытаюсь сейчас. Чё себе присудим? Почему он просто махает без этого? Чтобы он, меня прикили. Да бей его, бей уже, тормоз. Блядь! Блядь, вот собаки. Кто-нибудь нажмёт на эту кнопку долбаную, а? Ну вы чё? Ну. Нажимайте. А чё вы долго, а? В дырку. В дырку. Давайте я покинусь. Ну кто не стреляет, а ёлы палы, блядь. А. Куда вы убежали? Команда. Чё за хуйня с игрой, кстати, не понимаю, у меня звук просто пропал. Да, это. У меня патронов уже нету. У меня нет патронов. Выходим отсюда. Ага. Ого. Ой. Бля, дяди бегут. Аллаха. А кто-то это упал. Я вижу. А, не прорвался. Вот так. Мне поднимать надо. Вы чё, давайте, серьёзно? Чуть-чуть осталось. Ё-моё. Давайте шустрее их крошите. Валите их. Безжалостно. Да пилу... А, уже есть. Её без... Я не вижу её. Там аннигиляторная пушка сзади. Кисак. Да, у меня тоже. Ты чё сделал-то? Да пушку тяжёлую возьми и расстреляй. А чё, она ведь тяжёлая? Минус я. Нет, она лежит сзади в комнате. Всё, я сейчас отъеду. Чё? Кисак, тащи. А, медленно. Слишком медленно. Где она? Да где, где? За спиной, оно ж подсвечивается все. Как я себя спасу уже? Я ни хера не вижу из этого прицела, видно что. Да блин, я выстрелю из пушки, я попаду по лисе. Пошлите в Токио. Да она уже мертва минут 10 лежит там. Смысл? Я же не успел. Там бы я даже после ее смерти не успел поднять. Я хочу в Японию. Я не умерла еще. Я хочу домой. И перезаряжаться или как-то сплю. Ну все понятно, кто там. Два якоря у нас в команде. Ну кто охотник за головами, сразу понятно. Подумаешь. Нифига не с них. Теперь подробнее. А кто тут по взрывам? А кто это сделал? Сдоумничайтесь, я класс поменяю. Не, не буду менять. Слишком. Чё, много. Сменяем игру или... Куда ты меняешь-то, ёлы палы? Нормально же шли. Красиво шли. Да. Прошли. Какая-то жесть происходит. Да нормально всё было, блин. Ещё бы чуть-чуть, и мы бы прошли. Отдохните, ребят. Пошли, за газировочкой сходим. За какой газировочкой? В смысле, у тебя же всегда есть что выпить. А, да, у меня есть кока-кола в холодильнике. Фу, меня кока-кола. Кока-кола. Фу, чай лучше. И тебе ей только водку подавай. Ну, только чай. Чай, ага. Я там, блядь, просто, знаешь, не стрелял, а звуки, блядь. Вот нет. Я буду пожарник. Давай, блядь, этот, подожди, стоп, мы прошли пи... Ну вот это, да, это же, по-моему, пройти не могли. Да, мы подыхали все. 5 звезд так давай. Прошлую игру я этим персонажем играл. Ставь 5. Только нет, самую умирали. Под 5 звезд, ребят, все ставят? Все согласны? Да. Да ставь. Я уже сказал. Игры. В смысле смену? А, за No More Roman Hell? Ну потом. Блин, вот здесь вот пройдем, мы пойдем. Мне игру перезапустить надо. Ну перезапускай, чё. Круто. Мы пошли. Зачем тебе перезапускать его? Да у меня что-то на херок работает. Сейчас пройдем и перезапустишь. Да, как раз перед запуском No More Roman Hell. Какое же турецкое название этой игры, это капец. Чего больше места могу, по-русски нормально. Просто Рум называйся, Врумчик. На МРХ, на МРХ. ПУБГ. Грубо говоря, такая другая есть. Пуп хотя бы там гласные и согласные правильно чередуются.
А там одни согласные. Тоже неплохо. Ну, когда 4 согласные, конечно, хорошо. Талант так сказать. Да не оценили мою шутку.